Сотрудники прокуратуры Сургутского района выявили случай нарушения врачебной этики в отношении несовершеннолетнего жителя Высокого Мыса. Медики обязаны держать в строгой тайне сведения о состоянии здоровья пациента, диагнозе и прочем, но, как выяснилось, соблюдают это правило не все. Было установлено следующее, что некий медик, проживающий в данном населенном пункте, который в силу своих обязанностей был знаком с диагнозом одного из несовершеннолетних, страдающего психическим расстройством, в ходе конфликта с данным несовершеннолетним, то есть огласил данный диагноз в присутствии посторонних лиц. Происходящее, по словам сотрудника прокуратуры, возмутило родителей больного ребенка. Обвиняемый врач высказывал свое мнение в учебном заведении в присутствии учителей и одноклассников пациента. Кстати, именно очевидцы и порекомендовали родителям мальчика обратиться в прокуратуру. На основании заявления его матери была проведена проверка. В адрес главного врача муниципального учреждения здравоохранения, то есть это поликлиника поселка Белый Яр, к которой относится поселок Высокий Мыс, было внесено представление об устранении нарушений закона. И по результатам данной служебной проверки данный медик был привлечен к дисциплинарной ответственности.